на набережной поселка Кёнигсвинтер, расположенного недалеко от города Бонна, столпилась группа людей в ожидании вот этого прогулочного корабля, который осуществляет круизные рейсы между этим поселком и центром города Бонна. Вот корабль плавно подходит к причалу. И довольные поездкой пассажиры сходят на берег. Но далеко не все. Некоторые засиделись. Вот эти молодые люди совершают четвертый рейс. Ну а тем временем начинается посадка новых пассажиров. Некоторые из них занимают места на корме. Вместимость корабля 400 мест, так что каждый может найти удобное для себя место. А совсем рядом плавучий ресторан. Его вместимость гораздо меньше, но наполняемость значительно выше. Посетители ресторана с удовольствием дегустируют заказанные блюда и наслаждаются прекрасным видом на проплывающие мимо корабли, на окружающую природу. Вот так они проводят свободное время. Матрос отдает концы, и корабль плавно отходит от пристани. Корабль берет курс в сторону центра города Бонна. И вскоре скрывается за прибрежной растительностью. Ну а за его движением наблюдают отдыхающие на берегу и те, кто отдыхает на культурных пляжах. Едва ушел один прогулочный корабль, а на горизонте появился уже второй. Сейчас он причалит к берегу, и все опять повторится. Таким образом, прогулки по Рейну возобновились. Ну, а этот небольшой фильм на этом завершается.